За главный трофей первого чемпионата Донецкой баскетбольной лиги боролись 12 школ. Победу одержала команда «Торнадо». Владислав Васильченко – один из игроков. Ну, я бы хотел бы еще один год поиграть в этом чемпионате. Ну что ж, ну так-то оно будет. Но я буду болеть за ребят, за своих. Вот, я думаю, они попадут в финал. Покажут достойную игру, и я даже не будем откидывать их чемпионство. Я буду за них очень рад, если они опять выиграют. Победитель конкурса «Бросков сверху» – один из 5 лучших игроков школьной баскетбольной лиги. Таких результатов достиг Владислав в чемпионате. Также в борьбе за кубок участвовали менеджер, фотограф и журналист. Ну, во-первых, это поддержка. Я очень болела за свою команду, я ее очень люблю. Ну и, конечно же, с каждой игры, на которой я присутствовала, я делала репортаж. И ребят посвящала ход игры. Финал 4. Это были безумные игры. Просто эмоции восхитительные. Мне очень понравилось. Турнир был напряженным, рассказывают игроки. Одержать победу помогли усиленные тренировки и слаженная игра. Сезон был немножко напряженный. Впечатление отличное. Спасибо спонсорам лиги, всем, кто ее организаторам, всем, кто принимал участие. Помогло выиграть. Ну, скорее всего, наша хорошая командная работа. Все было слажено. Играли отлично. Спасибо нашим основным игрокам Васильченко и Ставцеву за то, что, несмотря на свой выпуск, играли в полную силу и помогли нам выиграть этот сезон. Они выпустились, и, скорее всего, придут новые игроки. Ну ж, придется играть без них и стремиться снова же к победе. Будем стараться тренироваться. Чемпионский кубок, медали и денежное вознаграждение в 20 тысяч гривен. Такие призы получили победители школьной баскетбольной лиги, команда «Торнадо». Это способствует активизации учащихся, не только спортивно настроенных, но и болельщиков, и вообще учащихся школы, как патриотов своей школы, района, города. Вот. Я думаю, что это очень благотворно сказывается на том, что дети учатся здоровому образу жизни, что дети приобщаются к спорту. И действительно, спорт становится модным. То есть большое спасибо организаторам, потому что это настоящий прорыв в этом году. Школьная баскетбольная лига. По словам Натальи Сизоненко, выигрыш организаторы потратят на обновление баскетбольной базы в школе. Светлана Киктева, Евгений Красюков, «Панорама».